Из Нидерландов приходит сообщение об очередных массовых акциях против приема нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Сотни человек, собравшихся на митинг в городе Бернхезе, потребовали, чтобы в мэрии отказались от строительства центра для 500 беженцев. Местные жители опасаются, что это может нарушить нормальную жизнь города с населением менее 30 тысяч человек. Напомню, на прошлой неделе в Бернхезе уже проходил подобный митинг. Тогда полицейским пришлось разгонять участников акции силы. В ходе столкновений пострадали десятки человек. Тем временем в Дании правительство решило бороться с нескончаемым потоком мигрантов превентивными методами. Уже с февраля там вступит в силу закон, ужесточающий правила их приема и пребывания. Власти смогут конфисковывать у беженцев наличные деньги свыше 10 тысяч крон, это около 1400 евро, а также ценные вещи, если их стоимость превышает ту же сумму. Деньги пойдут на оплату проживания и медобслуживания непрошенных гостей. Власти надеются, что эта мера значительно уменьшит количество желающих попасть в Данию.